В этом году стены родного вуза покинули выпускники из 66 регионов страны. Диплом с отличием выдан 23 счастливчикам. Юлия Мейер совсем недавно была на приеме президента России в Кремле. И уже сегодня у нее мероприятие не менее ответственное. В Академии ФСИН России выпускной. Для меня важно стать психологом. И психологом не просто, но еще чтобы у меня были различные возможности для реализации своего потенциала. Я вижу престижную государственную службу и, конечно же, хотелось реализовать, да, совместить эти два направления. Теперь держу путь в Тверь, в ФСИН России по Тверской области, в СИЗО номер 1. Выбирая, казалось бы, не женскую профессию, тут и мужчине потребуется стальной характер и целеустремленность. Эти девчонки точно знали, чего хотят в жизни. Первый этап пройден. Дальше служба. Можно сказать, я пошла по стопам мамы, которая уже работает в уголовно-исполнительной системе. И была рада получить офицерское звание и закончить Академию ФСИН России. Учиться непросто, но Академия научила меня быть сильной, мудрой, находить решения в нестандартных ситуациях. И Рязань, и сама Академия, она стала мне домом и навсегда в моем сердце. Академия, как и любой негражданский университет, не просто вуз. Курсантские годы останутся в памяти выпускников как самая настоящая школа жизни. У нас сегодня очень праздник. Событие, в то же время очень грустное, потому что мы расстаемся с частью нашего коллектива, с золотым фондом, это наши выпускники. Я считаю, что и мы подходим именно таким образом, наши выпускники отличаются от выпускников всех вузов Российской Федерации этого года тем, что они показали очень высочайший результат, и особенность в том, что они распределяются в те подразделения, с которых прибыли. То есть они все 100% трудоустроены и будут осуществлять свой служебный профессиональный долг по защите нашего Отечества, по защите нашего народа, и все это в правовом поле. Мы гордимся нашими выпускниками и уверен, что это взаимно. Выпускной в Академии богат красивыми традициями. В этот день к стеле, посвященной памяти выпускников вуза, погибших при исполнении служебного долга, возложили цветочную гирлянду. Попрощались со знаменем, прошлись маршем по плацу. Праздничное настроение присутствующим задало выступление взвода девушек-барабанщиц, участниц областных, городских, гарнизонных и ведомственных торжественных мероприятий. Одним из самых трогательных моментов стал традиционный лейтенантский вальс, как символ прощания с вузом. Дальше служба в разных уголках страны в уголовно-исполнительной системе. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».